такие небольшие наборчики, здесь несколько масок и памятка о том, как себя вести в условиях распространения вируса. Поэтому... Спасибо. Предупредить и вооружить. К полицейским в качестве волонтеров присоединились члены общественного совета при управлении МВД России по городу Самаре. Они раздавали маски самарцам и разъясняли, какие меры нужно соблюдать в период пандемии. Под особым контролем по-прежнему находятся жители старше 65 лет, которые входят в группу повышенного риска. Обязательно отдельно мы подходим к людям, спрашиваем, сколько им лет, и если оказывается, что они старше этого возраста, то, естественно, мы в очередной раз подчеркиваем важность их нахождения дома. Напомним, в соответствии с постановлением губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в регионе действует режим повышенной готовности. Для безопасности здоровья введен масочный режим. Средства индивидуальной защиты жители должны носить во всех общественных местах. По словам сотрудников полиции, на замечания горожане реагируют с пониманием. Сотрудники органов внутренних дел информируют жителей о содержании ограничительных мер, об ответственности за их нарушение, призывают к сознательности, указывают на недопустимость и опасность пренебрежительного отношения к установленным запретам. Для посещения по-прежнему закрыты скверы и парки Самары. Сегодня контроль за соблюдением режима самоизоляции полицейские провели в сквере Высоцкого. Мария Илчан, Максим Гусев, события.